снова всем welcome, это снова я. Сегодня у нас хороший денек. На улице декабрь месяц, плюс 5 градусов. Я решил показать сегодня, как же в Японии ездить зимой на мотоцикле. И как вообще выглядит Япония в зимний период. Ну что ж, поехали. Ездит, причем
модели. Классическая.
принципе, там нормальные цены на машины. Не завышенные, не заниженные. Новые машины продают. А не, вру, это даже не автосалон Toyota, это прокатный салон Toyota. Это прокат Toyota.